Красноярске снят режим неблагоприятных метеоусловий. Такое решение приняли специалисты Краевого управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на основе замеров воздуха и прогноза погоды. В краевом центре потеплело и пошел снег. В связи с этим вредные примеси в воздухе начали рассеиваться. Режим неблагоприятных метеоусловий сохранялся в Красноярске с начала этого года, причем его уровень даже поднимали до второго. Теперь в управлении должны подготовить отчет о динамике качества воздуха за эти дни.